4 лютого у Дніпрі відбудеться благодійний аукціон на користь особливих дітей. Майбутній захід активісти Дніпровської спілки молоді присвятили збору коштів на сенсорну кімнату для дітей із аутизмом учнів 28-ї школи Дніпра. Необхідна сума – 120 тисяч гривень. Долучились до участі у проєкті чимало відомих людей, про них розкажуть наші гості. Голова Дніпровської спілки молоді Катерина Смирна і Ніла Ломако, директор навчально-виховного об'єднання номер 28. Добрий вечір нашим гостям. Розказуйте, що за аукціон, суть, хто придумав і в чому, собственно, состоїть. Инициатором аукциона выступает наша общественная организация «Дніпровська спілка молоді». Аукцион проходит при поддержке міського голови Бориса Альбертовича Філатова и также при сприянии футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки. Цель нашего мероприятия, как вы уже сказали, собрать средства для наших особенных деток. Сенсорная комната, что это, для чего и как дорого это стоит? Это вся сумма, ее стоимость или это часть суммы? Дело в том, что мы уже не первый год работаем вместе с управлением образования и общественностью города по созданию как можно лучших условий для обучения и развития детей такой группы. В нашей школе не один ребенок, а 10, и еще 4 планируют прийти в наше учебное заведение с 1 сентября. Для того, чтобы в ходе учебного процесса была у ребят возможность перейти в более удобное для них помещение и продолжать свое обучение, мы создаем комнаты ресурсные или, как мы говорим, сенсорные комнаты, для того, чтобы они могли продолжить именно обучение вне класса. Таких комнат должно быть несколько, и наши усилия направлены, наверное, больше даже не на сбор средств, а на то, чтобы все люди, все горожане, все родители, педагоги обратили внимание на то, как важно создать условия для этих детей, как важно, чтобы они были вместе с нами каждый день в школе. Наш 5-летний опыт ясно говорит о том, что такие дети должны учиться в общеобразовательных школах вместе со всеми. Я не один раз уже говорила и, наверное, много раз еще буду говорить, что это светлые дети, что они помогают сделать наш мир добрее, нашу школу, меня, наш педагогический коллектив. Поэтому этот аукцион и это мероприятие, оно одно из ряда мероприятий, которые помогут привлечь внимание всех проблемам этих детей и сделать нашу жизнь лучше. А вот я знаю, что раньше ведь не было такого диагноза, да, его не озвучивали, диагноз аутизм. Сегодня уже такие детки, они вот в загальноосвітніх школах учатся, да, вот произошли изменения, это к лучшему, ведь правда же? Ну, наверное, изменения произошли в нашем сознании. Да, действительно, эти дети были рядом с нами, и мой опыт работы многолетний говорит, эти дети были всегда рядом с нами. Но им нужна была помощь, которую своевременно, при своевременном оказании помощи их жизнь могла стать лучше. Сейчас это очень прогрессивное направление, правильное направление. Стыдиться, бояться, говорить о том, что да, это есть, но эти солнечные дети, это светлые дети, которые помогают нам лучше понять, как работать в школе. Поэтому мы и стремимся сделать так, чтобы обучение в школе этих детей стало образцом, примером, и такие комнаты могли стать образцом и примером тому, как и другим детям помочь. Ну, я знаю, что в такую хорошую молодежную инициативу поддержали очень многие известные люди. Спасибо. Вы сейчас расскажете, кто. У нас есть небольшой ролик, да, есть фрагмент ролика. Давайте посмотрим, чтобы наши зрители увидели, кто. И вы расскажете, там о лотах идет речь. Пожалуйста, видео мы смотрим. Це намисто було створено спеціально під мою фінальну сукню і вироблено вручну відомим українським дизайнером Оленою Романовою. И выставляю вот такой уникальный лот. Это статуэтка племенной барышни из провинции Папуа в стране Индонезия. Это самые дикие места на планете. Одним из лотов будет моя футболка сборной с автографами других игроков. В моих руках образ Святого Миколая. Это срібло в деревянном обрамі. Его мне подарувала Баба Света. Помните, что вы не просто покупаете какую-то безделушку, а вы помогаете деткам. Деткам, которые без нашей помощи просто не справятся, и она им невероятно важна. Я дуже хочу, аби він потрапив у гідні руки, тому що цей образочок, він чудодійний. Коли я до нього звертаюсь, Миколай мене чує.
І нехай ці гроші підуть діткам-аутистам. Цю гільзу розмалювали майстри петриківського розпису. І ми хочемо, щоб кошти від її продажу пішли на допомогу особливим дітям. Большое спасибо всем, кто будет принимать участие в этом аукционе. Предлагайте побольше. Такая статуэтка одна, возможно, у нас где-то в Украине. Ну а победитель получит от меня отдельный бонус. Можливо, краса и не сможет врятувати весь світ, але точно зможе зробити чиє життя щасливішим. Благодійний аукціон «Особливі» на підтримку дітей-аутистів міста Дніпро за ініціативою Дніпровської спілки молоді при підтримці футболіста Євгена Коноплянки. 4 лютого, 18:00. Вот мы увидели некоторых людей, мы знаем, некоторых, возможно, не все знают, это известные люди. Расскажите подробнее, как удалось привлечь и как вы связывались с ними, как организовывали эти лоты. Большинство из этих людей – это наши близкие друзья, а некоторые из них – это друзья наших друзей. Так мы с ними связались, как бы все формировалось на личном доверии, за что мы им особенно благодарны, потому что каждый из них предоставил очень и материально, и морально довольно ценную вещь. То есть, как бы... Они сами выбирали, что да. Они выставляют. Да, да. Мы просили у них какую-то вещь, которая будет нести какой-то смысл, историю. Например, ну, как вы видели, Оля Фреймут, она дала икону, которую действительно у них в семье, которой они обращались. Это икона из серебра. Она у них передавалась из поколения в поколение. Ну вот третье поколение, как бы, то есть для них это было очень важно, и когда я ей озвучила, для каких детей и на какие нужды собираются деньги, она как бы, ну, со всем сердцем к этому прониклась, как и остальные. Саша Кучеренко, наша мисс, самая-самая красивая наша девушка, большое ей спасибо, она тоже очень долго и с большой ответственностью подходила к выбору и дала нам в виде лота свое украшение. Это украшение ручной работы, оно также несет, кроме своего высокой материальной ценности, оно также несет, ну, лично для нее большую моральную ценность, потому что это именно то украшение, в котором она выиграла свою главную корону, свое главное достижение. Вот, то есть Женя Коноплянка, Рома Зазуля. Там наши... особый приз будет, да, от него? Вот, да, да, особый приз, об этом мы скажем, это будет небольшой бонус от него лично, это, об этом мы скажем уже на самом аукционе, нашим гостям, то есть это будут такие приятные сюрпризы. Ну, на самом мероприятии, на самом деле, от нашей организации, наших гостей ждет много разных сюрпризов, будут выступать детки-гимнасты, которые будут символизировать то, что детки, они, ну, как помощь детки деткам, то есть, как бы, у нас там также мы брали интервью у детей, которые учатся вот в классе, то, что Нилан Хан говорила, это очень такая важная информация для всех нас, потому что детки, когда им задаешь вопрос, чему тебя научила дружба с этим особенным ребенком, они в первую очередь говорят о том, что она научила меня не смеяться над другими, она научила меня заботиться. Это такие важные вещи, которые, ну, я бы даже хотела, чтобы мой ребенок тоже мне говорил, что я хочу заботиться о других. А вот подробнее, как можно принять участие, как будет в этом аукционе, как будет устанавливаться цена, какая начальная цена, кто ее озвучивает, как это будет происходить? Стартовая цена будет озвучена на аукционе. Стартовый... То есть нужно прийти, нужно присутствовать. Да, нужно присутствовать однозначно. И также нужно обязательно написать в социальных сетях, либо любым удобным способом нам в организацию, потому что, ну, чисто физически помещение имеет ограничения. И во избежание слишком большого количества людей мы просим всех желающих посетить, написать нам. Как бы у нас нет там каких-то, знаете, критериев, кроме дресс-кода, других ограничений нет. Но обязательно, пожалуйста, пишите, потому что если у вас не будет в списке, ну, мы не сможем вас пустить во избежание того, что помещение как бы имеет свои ограничения, и чтобы не было слишком большого количества людей, как бы давки, некомфортного состояния. Ну, вы сориентируете людей, на какую сумму возможно рассчитывать, вот с какой суммы будут стартовать цены? Стартовать лоты будут от 1000 гривен. От 1000 гривен. Да, и старт, дальше уже... старт символический, да, как бы для таких лотов, а дальше уже мы надеемся на доброе сердце наших гостей. Мы надеемся, да. Давайте еще раз, где, когда, куда, когда приходить? 4 февраля. В помещении ресторана «Ле Гранд», улица Баррикадная, 1, начало 18:00. Обязательно, пожалуйста, напишите в социальных сетях нам, если вы хотите принять участие. Мы будем рады видеть каждого. Вот если не найдут люди такой возможности принять участие в самом аукционе, какие-то другие виды помощи, вы будете принимать и каким образом?
возможно, ну, конкретно под тоже. Это мероприятие у нас других методов помощи нет, есть только прийти на мероприятие, посетить его и либо купить лот, либо будет стоять бокс, куда, как бы, если никакой понравившийся лот вам не подошел, ни один, вы можете пожертвовать денежку в бокс. Именно в конкретно в рамках этого мероприятия другой помощи мы не рассматриваем. Но если у вас есть какой-то, так сказать, порыв души или рвение, да, пишите, пожалуйста, в социальных сетях, мы открыты к диалогу и готовы. У нас отзывчивые зрители, они всегда поддерживают такие начинания, большое. Поэтому будьте готовы, возможно, такие вот вопросы будут. Мы будем рады. Ну что, спасибо вам, желаю удачи, пусть все пройдет, пусть вот необходимая сумма соберется, спасибо. И все будет так, как вы запланировали. Спасибо. Я еще раз дякую нашим гостям, Катерина Смирна та Ніла Ломаку, про благодійний аукціон, що пройде у Дніпрі 4 лютого.